Кальпоскоп Cetus 3 от компании Мастерствале ГМБХ имеет подвижный штатив, обеспечивающий комфортную настройку положения кальпоскопа. Радиус перемещения головки кальпоскопа в горизонтальной плоскости превышает 90 см. Сбалансированная система противовесов штатив имеет жесткую фиксацию, реализованную надежными винтовыми тормозами. Кальпоскоп оснащен узлом оптического увеличения, возможно, трех- или пятиступенчатое увеличение, либо плавный зум, оснащенный индикатором увеличения. Настройка межзрачкового расстояния окуляров осуществляется при помощи специального винта, обеспечивающего плавное синхронное смещение тубусов. Возможна диоптрийная регулировка окуляров. Кальпоскоп может быть оснащен объективами с различным фокусным расстоянием, а также встроенной видеокамерой. Головка кальпоскопа имеет механизм тонкой фокусировки с винтом регулировки свободы хода. Для удобства узел тонкой фокусировки оснащен маркерами положения. Перед началом исследования головка кальпоскопа устанавливается в центральное положение. Таким образом, есть возможность скорректировать фокусное расстояние как вперед, так и назад. Органы управления расположены на горизонтальном плече штатива. По желанию заказчика, кальпоскоп может быть укомплектован 300-ваттным ксеноновым источником света с регулировкой яркости и счетчиком часов работы. Блок управления видеокамерой. Кнопки на блоке управления позволяют использовать основные функции встроенной видеокамеры. Стоп-кадр, настройка баланса белого, коррекция яркости и прочее. Панель кнопок имеет гладкую поверхность, что облегчает санитарную обработку устройства. При необходимости освещения исследуемой области светом с более низкой цветовой температурой, переключение на галогеновый источник света занимает считанные секунды. Кальпоскоп с видеокамерой может поставляться с ноутбуком для хранения и обработки изображений, а также с цветным принтером для печати иллюстрированных протоколов исследования. Высококачественная немецкая апохроматическая оптика кальпоскопов Cetus от МС Вестфалия ГМБХ обеспечивает высшее качество изображений.